Всем привет, с вами Станислав Орехов. По многочисленным просьбам мы проводим вторую версию нашего обучения по комплектации интерьеров в дизайн-проекте. Это курс о том, как научиться не только делать картинки и согласовывать их с клиентом, дальше отдавать настройку и будь что будет, как клиент захочет, как строители и подрядчики захотят, так и сделается, а о том, как возглавить процесс реализации и, более того, не только возглавить, чтобы получить замечательную картинку в портфолио, но и заработать на этом денег в процессе, как брать деньги с клиента, с поставщиков, отвечать за процесс и за результат. Каждый дизайнер знает, что чтобы получилось красивое изображение в конце, чтобы можно было его сфотографировать и напечатать, нужно вложить немало сил. Обычно эти силы вкладываются на авторском надзоре и делается это бесплатно. Мы ушли от этой порочной практики и научились убеждать клиента, показывать пользу и делать так, чтобы он платил за это. Более того, вместо откатов мы работаем с агентскими вознаграждениями, подписываем договор и дальше работаем с подрядчиками по честному вознаграждению. Но чтобы это все сделать, даже когда вы продали, нужно, чтобы у вас были чек-листы, материалы и подробная последовательность действий для того, чтобы не запороть все это дело в процессе. Чтобы зарабатывать деньги со всех направлений, больше, чем вы заработали на дизайн-проекте, нужно делать это правильно. И чтобы делать это правильно, существуют по каждому из блоков инструкции, чек-листы, шаблоны, которыми мы хотим поделиться с вами. Это обучение в первом потоке уже прошло более 50 дизайнеров отдельных и дизайн-студий и отметили его эффективность, стали просто больше зарабатывать. Но самое главное даже не только деньги, а сделать так, чтобы то, что вы запланировали на дизайн-проекте, было реализовано так, как вы планировали, а не как решил потом клиент, прораб или поставщик. И если вам все это интересно, то внимательно читайте подробности под этим видео, читайте следующие письма, регистрируйтесь на второй поток и увидимся на этом обучении.